как иметь плодоносную жизнь. Я, друзья, скажу, что я хочу поделиться одним принципом, о котором я слышал, знал, но не осознавал. Меня интересуют методы, которые помогут мне стать лучше. Меня интересуют методы, которые помогут мне стать лучше. И вы знаете, что одни люди хотят меняться, простите, не хотят меняться и не видят в этом нужды. Другая категория людей, они не против изменяться, но они не стараются и не знают, как это делать. И третья категория людей, они очень сильно хотят изменяться, но у них не получается. Вопрос, к какой категории ты относишься? Повторю вопросы. Первое. Некоторые люди не сильно хотят изменяться к лучшему. Они не сильно стараются. Живут, как получается. Вторая категория. Они не против, но они стараются. И не знают как. И третье. Сильно стараются. Об этом постоянно думают, но у них не получается. Я верю в то, друзья, что человек, он может изменяться к лучшему. Я верю в то, что характер может меняться. Я много раз слышал о том, что характер никогда не изменится. Есть такая пословица, которая по-английски трудно перевести. Горбатого только могила исправит. Я верю в то, что сегодня это возможно для каждого верующего человека. Вы скажете, ну как, ну вот он уже сколько лет. Да, я понимаю. И тоже таких людей знаю. Сколько лет и не меняются. Но если человек не может измениться, тогда значит Бог не всемогущий. Тогда значит то Евангелие, которое мы проповедуем, не имеет силы и потеряло эту силу сегодня. А я верю, что оно имеет силу изменять людей к лучшему. Прочитаю вам один очень важный принцип, который должен сегодня всех нас вдохновить. Иоанна 15 глава, с 4 по 8 стих. Иисус говорит, «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, если можно, поставьте текст на английском языке на экране, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветви, и засохнет. Такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Но если прибудете во мне, слова мои в вас прибудут. То, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Друзья, это то, о чем я слышал, знал, но не осознавал. Вот этот принцип, вот это местописание, вот эту историю слышал, знал, но не осознавал, как она работает мощно в жизни христианина. Это одна из самых важных таких вот аналогий или метафор, когда Иисус Христос сравнивает, важность показывает, значение, связь между Иисусом Христом и нам, Его последователями. Иисус Христос очень часто сравнивал и показывал визуальные вещи. Он очень часто показывал, давал какие-то примеры на природе, показывал какие-то принципы. И сегодня я тоже хочу визуально показать некоторые принципы, как это делал Иисус. Он привел в пример лозу, виноградная лоза. Сегодня перед нами нельзя сказать, что это виноградная лоза, но это все равно смысл передается тот же. Это дерево, имеет вот ствол, имеет ветви. И я хочу подчеркнуть внимание и напомнить вам о том, что когда Иисус Христос рассказывал об этом принципе, когда это было одно из последних наставлений Иисуса Христа. Когда Он с учениками уже прощался перед, вот его, перед тем, как Его распяли, Он им рассказывает о испытаниях, которые ждут. Он им рассказывает о Духе Святом, который Он пошлет, и Он им поможет им пройти эти испытания. И вот в конце своей жизни Он им рассказывает вот эту историю. Здесь важно понять, вот когда Иисус уходит, вот представьте себе, у вас в гостях Иисус, и вы говорите, Иисус, Иисус, ну вот что самое важное? Ну вот давай, 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 вот самое главное, скажи нам, чтобы мы запомнили. И вот что Он им сказал. Пребывайте на лозе. Это вот
такие важные-важные советы, которые Иисус Христос дает своим людям. И вы знаете, что можно эту притчу по-разному ее как бы там детали вникать. Что значит лоза, что значит ветви, что значит земля, что значит там куча-куча можно деталей интерпретировать ее по-разному и можно даже запутаться. Но если мы посмотрим просто на вот этот принцип дерева, ветки, лоза виноградная и ветви, то просто если вы задумаетесь на пару секунд, вы, я думаю, сами найдете несколько важных принципов, ответов, которые Иисус Христос пытается передать и научить нас. Первый, главный, это то, что в этой картине есть кто-то главный, а кто-то второстепенный. Вот этот ствол, вот эта лоза, это главное. Вот эти веточки, это второстепенные. Дальше, что еще есть важное, что между ними есть связь. Обязательно связь. Они прикреплены друг к другу. Они обязательно вместе. Постоянно. И дальше, что важный принцип, который ожидает Иисус Христос и показывает нам, что от этого строения обязательно ожидается плод. Это не просто так кусты, это не просто листья, это не просто процесс интересный, это не просто для воздуха красоты. Обязательно, по-любому должен быть плод. Это то, что ожидается от каждого верующего человека в нашей жизни. Итак, давайте посмотрим с вами, что значит пребывать на лозе практически. Что это значит? What does it mean to abide on the vine? Итак, первое, это то, что лоза – это Христос, символ. Ветви – это мы, люди, христиане, последователи, которые поверили в Иисуса Христа. На этом дереве мы можем видеть, что они между собой связаны. У нас всегда должна оставаться связь на уровне нашего духа с нашим Господом Иисусом Христом. Мы всегда соединены, мы всегда с Ним в союзе, мы всегда на связи, мы имеем отношение с Ним. И имеем отношение с Ним не только по воскресеньям, а каждый день. Веточка сама по себе, она не может существовать просто так. Если эту веточку взять и просто ее выкинуть, и вот она может сама себе как-то там существовать с понедельника по пятницу, а потом в воскресенье эта веточка припрыгает и опять запрыгнет на это дерево и скажет: «Я с вами, я на лозе». Но мы знаем, что это нереально, невозможно. Она должна быть там постоянно, не только по воскресеньям. Дальше. Эта веточка, она питается от лозы. Эта веточка, она получает всю энергию, весь заряд, жизнь, сок, все полностью приходит от этой лозы, которая для нас является Иисус Христос. Это все равно, что ребенок в чреве матери. Он полностью, он соединен, он питается полностью от мамы, которая вынашивает этого маленького ребенка. Быть в союзе, вот быть в таком соединении, это значит хранить верность в любом месте, в любое время и словами, и делами. Это все равно, что, как вы думаете, значит, вот быть на лозе, быть соединенным со Христом, это значит круглосуточно молиться, круглосуточно читать Библию, не вставать с колен? Или как это на практике? Друзья, это не значит, что нужно Библию читать 24 часа в сутки. Это все равно, что союз мужчины, мужа и жены. Находятся ли они в этом союзе круглосуточно? Держатся за ручки, не отпускаются, друг на друга смотрят и всегда рядом сидят целый день. Нет, они расходятся. Едет на работу он, она куда-то уезжает, везет детей. Они не всегда физически вместе. Но что у них сохраняется? Союз верности всегда. Где бы они ни были, в словах и в делах всегда проявляется вот эта верность, потому что у них есть завет. Они соединены вместе, как муж и жена. Хоть они и на расстоянии, но они друг о друге думают. Они иногда созваниваются, они общаются. Вот это и есть то, что пребывать на лозе. Как это на практике, пребывать на лозе? Что еще это значит? Это значит иметь постоянное отношение с Богом. Потому что этот союз, как между мужем и женой, подразумевает общение. Значит, как веточка, она пребывает на лозе, у них постоянно между собой есть вот эта связь, там течет сок, жизнь. Это отношения, без которых они умирают.
Ветка не может, она умрет без отношений, без связи, без лозы, без Иисуса Христа. Если мы не имеем отношений христианских вот с Духом Святым, то то же самое отразится в нашей христианской жизни. Что значит иметь отношения с Иисусом Христом личное? Это значит молитва и чтение регулярно, постоянно. Почему я так вот интерпретирую, что отношения с Богом или пребывать на лозе, это значит молитва и это значит чтение слова? Это не потому, что я так хочу выдавить это, а потому что из того, что мы прочитали, там так написано. Если вы помните, можно этот стих снова на экран. 7 стих, там написано, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут. Внимание, 7 стих. Если вы пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут. Что значит пребывать? Слова мои в вас пребудут. Слово Божье в вас пребудет. Вы будете пропитаны, напитаны Божьим Словом. Вот откуда принцип, что значит пребывать. Пребывать на лозе, это значит быть всегда в Слове Божьем. Читать, размышлять, думать, слушать проповеди, смотреть какие-то служения, быть на служении. Все, что влияет и приносит питание нашему духу. Дальше. Помните иллюстрацию из Нового, простите, Старого Завета, 1 Псалом? Там написано, что дерево, посаженное при потоках вод, оно что делает? Оно приносит плод. Смотрите, тот же принцип. Снова дерево, снова плоды. А как они получаются? Вначале перед этим, в первом псалме, что написано? Человек, который что делает? Любит Божий закон, пребывает, размышляет о Слове. Снова, видите, связь. Слово Божье, которое человек любит, размышляет, читает, изучает, и снова дерево, и снова плод. Новый Завет, то же самое слово. Тот же самый принцип. Снова дерево, лоза, ветви, и снова Слово Божье, и снова плод. Вот почему личные отношения с Богом, они производят этот плод. Итак, практически, что это значит? Пребывать на лозе, это значит быть постоянно на связи, в союзе, хранить верность и пребывать в слове и молитве. Это значит наши личные отношения по утрам или по вечерам с Богом. Devotions. Это то, когда мы закрываемся, уединяемся и проводим наше время с Богом. Вот это, друзья, обычно нас связь куда-то тянет. Связь с кем-то. Вот иногда бывает так, что в церковь нас кто-то тянет. Как иногда? Бывает, детей тянет мама. Связь есть, какой-то connection, соединение, и мама их тянет в церковь, хотя они не сильно хотят там быть. Иногда жена мужа тянет в церковь. Он как бы тянется, как бы, ну не потому, что как бы он там хочет быть, ну просто связь есть. Вот видите, они как бы лоза соединенные. А представьте себе, когда вы идете в церковь, в Дом Божий, потому что у вас другая связь. Вы связаны с лозой, не просто с женой, а у вас связь более глубокая и более духовная. Вот почему, друзья, важно быть на связи, соединенным. Вы знаете, что еще значит пребывать на лозе? Это вот если взять наш телефон, это очень практически показывает, что значит пребывать в телефоне. Мы все всегда пребываем в телефоне. We abide, we dwell in our phones daily. Every minute, every hour мы постоянно его трогаем, проверяем, заглядываем. Мы никогда его не забудем. Мы развернемся, мы обязательно его возьмем с собой. Мы его и вечером ему скажем спокойной ночи, утром проснемся, первому, кому мы скажем доброе утро. Конечно же, телефону мы поклонимся. Вот это что значит пребывать в телефоне. И здесь, друзья, соцсети, social media. Today it's a big, huge example how people dwell or abide in social media. Morning, daytime, nighttime, every day, and they will not miss a day without dwelling in social media. Сегодня люди могут легко, пройдет день, Библию не прочитают. Пройдет день, с Богом время не проведут. Инстаграм, Фейсбук никогда не пропустят. Проблема, или так скажем, грех не в Инстаграме, не в Ютубе. Проблема в приоритетах неправильных. Что они пребывают в social media всегда, не проходит ни одного дня. Но смотрите, как жалко. Проходит день, второй, третий, но в Библии не пребывают. Не находят время для этого. Вот что значит пребывать
на практике. И если вы думаете, что отношения личные с Богом для меня невозможны, это обман дьявола. Я знаю из нашей церкви молодых мам, которые кормят малых детей, качают эту коляску, они едут за продуктами, но не слушают проповеди, они читают Библию, они все равно находят для этого время. Я знаю бизнесменов из нашей церкви, которые по утрам выключают телефон, закрываются в своем офисе и пребывают в этом общении с Богом, пребывают на лозе. Поэтому, друзья, это и сегодня для вас возможно. Вот что значит пребывать на лозе. Второй принцип. Без Христа нет жизни. Без Христа нет жизни. Иисус говорит, что я лоза, а вы ветви. Здесь очень легко показано, что веточка без сама по себе, она просто, если вот так вот взять ее и выкинуть, она просто засохнет. Сколько дней пройдет, пока она засохнет? Не сразу, не сию секунду. Она еще чуть полежит, она еще будет как бы вроде бы свежая, она еще будет вроде бы нормальная, а потом уже она будет такая сухая-сухая. И потом я возьму эту ветку и такое полное ведро воды, и там ее помочу хорошо, так она будет вся мокрая. И потом скажу, ну а теперь живи. Как ты ее не мочи, на какую конференцию ее не веди. Вы расстроились? Да-да-да, вот это здесь нужно записать. На какую конференцию ее не веди, куда ее не мочи, называй ревайвал каким хочешь, ревайвалом ее называй. Три раза ревайвал, пробуждение, написано вот на каждом листочке. Если она не пребывает на лозе, все, засохнет, 100% засохнет. Без Христа нет жизни, нет жизни. Часто у нас слишком поверхностная религиозная жизнь, друзья. Написано Иоанна 15:6. Кто не пребудет во мне, засохнет, и это еще не все. Дальше страшное. Такие ветви собирают и бросают в огонь. Как хочется быстро сказать, меняйте слайд, это не про нас. Но написано, засохнет и бросают их в огонь. Жизнь веточки полностью зависит от лозы. От ствола, от корня, от Иисуса Христа, от наших отношений со Святым Духом. Духовность невозможна без постоянной связи. Невозможно. Друзья, весь сок от корня, от дерева течет в эти ветви, которые только прикреплены к лозе. Кто не прикреплен, кто летает и по воскресеньям запрыгивает на это дерево, вы же понимаете, что это уже искусственная веточка. Вы же все понимаете, да? Это уже искусственное, это уже фальшивое, это уже не настоящее. Тут жизни нету, тут есть только цвет и внешность. Жизни нету без Иисуса Христа, без этих личных отношений. Вот почему сок течет только в то, что имеет постоянную связь. А что представляет нам, друзья, сок? Сок – это свежесть. Сок – это обновление. Вот почему нам важно об этом принципе помнить. Часто христиане, люди, они приходят в церковь или пребывают в Боге, как будто бы они на лозе в гостях. They are a guest. Вот бывает, ты на лозе пребываешь, а бывает, ты просто гость. Вот ты приехал на конференцию, на служение, ты там побыл в воскресенье, а потом ты в понедельник ты себе живешь, ты там своими делами занимаешься, крутишься, вертишься, но ты не живешь, ты гость, ты просто там гость. И многие друзья ожидают чуда от Бога, от конференции. Главное выбрать хорошего спикера, главное сходить в церковь, главное воскресенье, главное иметь дома Библию. Но, друзья, вы знаете, как дети бывают, играют, и они могут к этой лозе привязать какой-то, привяжут микрофон и скажут, вот это веточка, вот этот микрофон – это веточка. Мы скажем, да ну ты что, это же микрофон, это же не веточка, это же металл, а тут дерево. Как оно может вместе соединяться? Но мы понимаем, что это дети, и для игры сойдет. Правда? Это же просто игра. Вот так бывают и христиане. Приходят в церковь, как будто металлическая палка пришла и как бы говорит, я на лозе. Мы говорим, да ну ты что, брось, ну перестань себя обманывать. Зачем ты себя обманываешь? Ты пришел, потому что там друзья, казаны, там будет какое-то шоу, может быть, какую-то девчонку найду, может быть, еще там какое-то будет событие интересное. А что дома сидеть? Но ведь это же игра. Для игры сойдет, а для настоящего христианства нет.
Вот почему важно пребывать, друзья. Очень-очень важный принцип, который оставил нам Иисус Христос. Но ни о каком плоде не может идти речи. Мы все говорим, мечтаем, я хочу плод своей жизни, хотим плод в нашей жизни. Иисус призывает нас быть плодоносными. Лоза должна, ее цель, предназначение, приносить плод. Но если ты не пребываешь на лозе, ни о каком плоде мечтать нельзя. Даже конференция не поможет. Нужно пребывать каждый день на этой лозе. Да, эти все служения, конференции, это хорошо, это толчок. Это тебя направляет, вдохновляет, показывает, как нужно двигаться. Но дальше это нужно, зависит это все от тебя. Вы никогда не задумывались, почему христиане, которые пережили гонения, они выдержали, остались верующими без служений, без собраний, без церкви, без конференций, без Ютуба? Почему? Причина очень простая. В тюрьме каждый день, без всякой музыки и таких вот, знаете, inspirational speakers, никто их там сильно не вдохновлял. Каждый день работал один принцип. Всегда на лозе. Свет есть или нету, дают кушать или не дают кушать, бьют или не бьют, холодно или жарко. Всегда на лозе, всегда. Проснулся, это начинается, я завишу. Идет спать точно так же. Какое бы ни было расписание в тюрьме, всегда на лозе. Делает работу, пот течет, очень тяжело работает, но думает, размышляет, молится. И вот этот жизнь, вот этот принцип сохранила жизнь. Не просто сохранила, дала жизнь. Они еще и пели, они еще радовались. А у нас тут стиралку не привезли вовремя, и мы ноем. Правда? Что за customer service? Ну, можно пожаловаться, но вы понимаете, какие условия разные? Пребывать на лозе – это несет, друзья, жизнь. Без отношений духовно человек засыхает. Она не может, веточка, пожить без Бога, вот недельку-две пожить, не читая Библию. Просто пожить. Это все равно, как человек может пожить без воды. Сколько дней? Ну, может так вот протянуть 3 дня, но дальше все. Вот так иногда наша духовная жизнь. Постоянно реанимация, постоянно emergency, постоянно нас духовно как будто электрошоком. На конференцию приехал, слава Богу, духовно зарядился и побежал кричать. А потом раз в понедельник пришел, везде написал там надписи правильные, а жизни нету как бы. И снова ждешь, когда будет тебя током как-то тебя должны пробудить духовно, что-то должно случиться в твоей жизни. А зачем вот эти, ну, кризисы, да, или, как скажем, роллер-костерс? Ну, ведь можно же пребывать на лозе постоянно, тихо, уединяясь. И это дает, друзья, нам жизнь. Жизнь. Без этого человек не может быть счастливым. Потому что в этой же главе, в 11 стихе, там ниже написано, я сказал вам это, этот принцип пребывания на лозе, чтобы радость ваша была совершенна. А мы иногда пытаемся быть счастливыми, а счастья и радости нету, далеко до совершенства. Но Иисус Христос говорит, что вот эта жизнь, вот этот стиль принесет тебе радость, а повлияет на твое настроение. А часто люди виноваты в твоем настроении. А на самом деле настроение и радость, полнота в других источниках, в других методах. Пребывай на лозе, и радость твоя будет совершенна. Вот, друзья, почему нам важно это. И третий принцип, о котором мы сегодня с вами поговорим, это без Христа нет плода. Я уже говорил в самом начале, что предназначение, цель – это обязательно должен быть плод. Я верю в то, что благодаря Иисусу Христу, нашим отношениям и нашему пребыванию на лозе, мы можем изменяться. И я могу изменять мой характер не потому, что я сказал, не потому, что я решил, не потому, что я пошел на тренинг, не потому, что я книгу прочитал, не потому, что я человек дисциплинированный, а потому что я верю Слову Божьему, где написано, если вы прибудете во мне, то принесете много плода. Значит, будет результат, будут перемены.
растение будет меняться. Размер растения будет меняться. Плоды будут появляться. Рост тоже будет меняться. Но это возможно только, если будешь на лозе. А сама по себе веточка не может расти, не может изменяться в размере, не может приносить плод, не может ничего делать сама, хоть она и все знает. Я слышал и знал, но не осознавал об этом принципе, какое влияние мы можем иметь в Духе Святом, имея отношение с Богом. Да, друзья, вы скажете, но вы знаете многих людей, которые до сих пор не изменились. И я знаю свои слабости, я знаю, что я несовершенный человек, но что меня вдохновляет? Мой дух ликует, что я понимаю, что если я буду продолжать двигаться в этом процессе, пребывать на лозе, то скоро я буду больше нравиться людям. Я буду более осчастливать других людей, которых иногда я раню. И мне от этого больно, мне не нравится. И я ищу, я нахожусь в той категории, в которой я хочу изменяться к лучшему. Но у меня не получается. Но сегодня я нахожусь среди тех, которых я знаю, как можно измениться. Я знаю метод, я знаю, куда нужно идти. Нужно пребывать на лозе. Нужно быть в этих личных отношениях с Богом. И тогда мы можем изменяться в лучшую сторону. Да, друзья, есть и наша сторона усилий. Но самое главное, фокус должен быть на том, чтобы пребывать именно на лозе. Да, друзья, изменять характер – это очень трудный процесс. Немногие им идут. Немногие хотят в ту сторону думать. Но, друзья, я верю, что это возможно. Почему? Потому что так говорит Писание. Так говорит Писание. Принесете много плода. Будут перемены в лучшую сторону, которые мы получаем благодаря нашим отношениям с Богом. Смотрите, это написано в том месте, которое мы читали с вами. «Без меня не можете делать ничего». Очень радикальное заявление. Я не знаю, насколько мы слышали, насколько мы это осознаем. Без Бога, без Христа написано, не можете делать ничего. You can do nothing without me. Мы часто это думаем и понимаем, что значит, ну, все, что мы делаем, какие-то проекты, нужно, чтобы Бог помогал. Друзья, не в этом смысл. Да, Бог должен, конечно, мы нуждаемся в Боге, в помощи, в мудрости, это понятно. Но здесь, друзья, в этом контексте смысл, что мы не можем делать ничего без Бога, что мы не можем принести плод без Бога. Вообще не можем. Измениться без Бога не можем. Наш характер изменить не можем. Вот что имеется в виду написано. Без меня не можете делать ничего. Абсолютно ничего. И тренинги, и книги, и конференции, все это надо и хорошо. Но это тебя не изменит. Это, да, твоя часть усилий, твоего, Господь, я хочу идти этим путем. Но дальше весь сок, вся жизнь, вот этот плод, он все исходит от лозы, от Иисуса Христа, с которым ты имеешь отношение. Да, друзья, пока мы не поймем этот принцип, но почему меня это вдохновляет? Что я вдохновляюсь тем, что значит, когда-то я могу стать лучше. Ты можешь стать лучше. Да, уже ты скажешь, 20 лет характер не меняется. Но пока я на лозе, я могу ждать. Процесс пошел. Сок пошел в венах. Да, плод, это берет время. Это процесс. Это не сразу. Но пока ты пребываешь в этом принципе, тогда, друзья, мы можем рассчитывать на результат. За что слава нашему Богу. И да, нам нужно понять, что Бог пытается нас опустошить. От всякой самоуверенности, от всякой самоправедности. Именно опустошить, чтобы мы поняли, что весь, все наши перемены внутри нас возможны только благодаря Иисусу Христу. И Бог занимается этим на протяжении нашей жизни. Примеры, возьмите, Моисей. Бог его полностью, кажется, опустошил, пока он увидел какую-то работу и плод своей жизни. Возьмите Иосиф в тюрьме, помните? Сказал, ну там, если ты меня вспомнишь, ты там передай. Надеялся на то, что этот человек как-то его выручит, поможет. Но полностью разбились все его методы и идеи, пока Бог не пришел в его жизнь. Возьмите Гедеона. У него есть тактика, стратегия, хороший организатор, классный лидер. Профессионалы собрались вокруг него, а Бог ему говорит, нет. Нет, ты поймешь, рано или поздно поймешь, не твой профессионализм тебе поможет.
И не твои лидерские способности тебе помогут. И не твой опыт тебе поможет. Только я, ты увидишь успех. И Бог ему говорит, нет, всю эту армию разгоняй. Бог постоянно учит, что ты без меня не можешь делать ничего. Возьмите всех, апостол Петр, почему он отрекся? Вы никогда не задумывались? Почему апостол Петр отказался, предал Христа? Ему нужно было пройти и понять этот урок, что без Христа он очень слабый. Представьте, маленькая девочка пришла, и Петр говорит, да-да-да, я не знаю Христа. Петр, что ты? Ты же апостол. Ты что, перед маленькой девочкой испугался? Служанкой? И смотрите, Иисус Христос на протяжении 3 лет опустошал учеников от их самоуверенности, самоправедности, способности. 3 года их вытряхивал, опустошал до того дня, чтобы в один день наполнить их всех силой Святого Духа и сказать, а теперь идите и знайте разницу. Now you can go and know the difference. Jesus was emptying the disciples for 3 years to fill them with Holy Spirit in one day. Now go and know the difference. Вот в чем, друзья, разница, когда мы пребываем на лозе. Итак, о каком же плоде идет речь? О плоде в Писании написано, есть плод добрых дел, есть плод праведности, об этом в Писании написано, а есть еще плод Духа. Это уже наш характер или качество характера. Поэтому, друзья, я знаю, что для нас сегодня, для христиан, мы призваны иметь плод Духа в нашей жизни. Я об этом прочитаю Галатам 5 глава 22 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание». Вот это все качества характера, но они все называются в единственном числе. Один плод Духа, их немного. Он один. Это все этот образ, характер Христов, который мы призваны иметь в нашей жизни. И поэтому, друзья, иметь добрые дела, да, написано в Писании, покажите верой вашей добродетель. То есть есть наша часть, сторона усилий. Но есть добрые дела, которые делают и люди неверующие, не знающие Бога, не верят в Бога вообще. Они могут быть по настроению добрыми. Но приносить плод Духа может только возрожденный человек. Приносить плод Духа может только тот, кто на лозе. Не тот, кто ходит по воскресеньям. Не тот, кто пребывает на конференции. Не тот, кто знает о Боге. Не тот, кто знает, но пребывает. Мы много знаем. Мы все знаем. Но часто мы не пребываем. Вот почему сегодня в этом есть ключевая разница для нас, друзья. Да, для нас сегодня важно понимать, что мы иногда и можем иметь служение, но не иметь плода Духа. Можем иметь хорошую привычку, но не иметь плода Духа. Иметь хорошие традиции, иметь хорошее правильное название, но не иметь плода Духа в нашей жизни. Да, я еще не все достиг, но хочется сегодня вместе с вами сказать, но я хочу расти. Да, часто мы говорим, я надеюсь на Христа, но это часто просто слова. На самом деле мы надеемся на себя. Мы делаем часто все сами. Но мы должны понять, что я себя сам внутри поменять просто не могу. Ты не можешь иметь плод Духа или изменить свой характер, если ты не пребываешь на лозе. Галатам 3:3 написано, неужели вы так глупы? Начинали Духом, а сейчас хотите достичь цели человеческими усилиями. Усилиями человеческими. То есть здесь контекст говорится о спасении, об оправдании. Но этот же принцип подходит и к нашему плоду Духа. Мы не можем своими усилиями, своими решениями просто принести плод Духа, измениться внутри. Это возможно только благодаря влиянию Христа. Благодаря влиянию, когда мы пребываем на лозе. Именно вот в этом, друзья, важная деталь. И я хотел бы сказать, что мы часто делаем большой фокус на исправление своего поведения, а нужно делать фокус на том, чтобы пребывать на лозе. Да, стараться в поведении тоже нормально, но больше нужно делать фокус на том, чтобы пребывать на лозе. И как результат, как последствие, результат вот этого пребывания на лозе уже само собой приносит перемены, плод, рост в нашей жизни.
Слава Богу за это. Поэтому, друзья, я вас вдохновляю. Уединяйтесь и соединяйтесь с Богом. Потому что отношения с Богом побуждают к действию по воле Божьей. Написано Филиппийцам 2:13. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. В английском переводе написано, что Бог дает и желание, и силу, чтобы исполнить Божью волю. А откуда приходит это желание? Как, скажите, пожалуйста, Божье желание совпадает с твоим желанием? Потому что сок течет от него в твоих венах. Вы понимаете связь? Вы получаете, как будто его DNA проходит через вас. Это вообще не твоя заслуга, не потому что ты такой умный, не потому что ты такой школу закончил лидерскую, а потому что есть связь лозы и ветвей. И вот эта связь, жизнь, направление, сок идет оттуда. И поэтому ты принимаешь решения. В моей жизни были такие решения, друзья, которые я оглядываюсь назад, я знаю, я уверен, что это не я был. Например, открытие миссионерской школы. 24 года, пацан молодой, не имея ни опыта, ни бюджета, ничего. Ну как это возможно? Но я помню, как когда-то я на чердаке закрывался и засекал секундомер. 15 минут я должен был пробивать на лозе. Это был переломный момент в моей жизни. Да, друзья, я как-то еще тогда учился, вот себя, я хотел вот оставаться с Богом в личных этих отношениях. Миссионерские поездки на Кубу, поехал туда сам, один, как это возможно, куда ты там будешь кого искать? Страна закрытая, коммунистическая, но Бог побуждает, производит желание и действия по Его воле. Куда ты? Не знаю, но я знаю, что я должен ехать. Vision Church. Зачем? Куда? Не знаю. Но когда ты пребываешь на лозе, сок, жизнь в тебе. Ты двигайся. Тебя шатают ветры, люди. Но ты на лозе. Не все понимаешь, но ты знаешь, нужно двигаться в этом направлении. Вот как иногда. Иногда не нужно, чтобы гром гремел с неба. Не обязательно какие-то яркие, сверхъестественные вещи, чудеса и пророчества, хотя не против этого. Иногда просто пребывай на лозе, и ты будешь иметь направление в своей жизни, побуждение, действие, силу Бог будет давать двигаться в правильном направлении. А еще плоды, друзья. Иногда как я скорблю, что у меня иногда не все получается, но смотрю на этот принцип библейский, смотрю на Иисуса Христа и говорю: Иисус, я тебе доверяю. Когда-то придет момент, я буду пребывать на лозе, и я буду людей делать более счастливыми, я буду меньше их ранить. Да, я еще не вижу этого плода, результатов. Да, но семя уже посажено, процесс пошел, росток уже идет, уже есть движение сока, уже есть жизнь, еще невидимо плоды. Но я верю, я их жду, что они придут и в мою, и в твою жизнь. Отношения с Богом, друзья, они показывают тебе и мне наше состояние. Исаии 6:5, когда он попал в Божье присутствие, написано, он сказал: «Горе мне, человек, я с нечистыми устами». Откуда он это понял? Он что, раньше себя не слышал? Ему, вы думаете, жена не говорила? Ага. А тут, когда Дух Святой сказал, по-другому откликнулось. Все как-то понял. Когда? Connection, связь, лоза, Божье присутствие. И там мы видим себя со стороны и понимаем. Да, друзья, мы сегодня живем в мире, когда мы ждем микроволновых результатов. Microwave results. We want everything to be quick. Now, today, right now, tomorrow. Пришел на конференцию, завтра золотой человек. Помолился, все, завтра мир цветет. А пребывать на лозе, а там погодные условия меняются, а там нужно ждать. А там хочется помидоры завтра, а нет, а завтра жуки прилезли. Да. И как хочется как-то, да ну его все, буду сам как-то стараться, я сейчас в школу пойду, я там то сделаю. И мы этими ветвями машем, машем, как бы, и руки поднимаем, и все кажется, много шума и листьев. А плода, плода, друзья, нету. Как мне кажется, вот Иисус Христос, который давал это наставление своим последователям, ученикам, как сегодня он смотрит на христианство и думает, как много всего, кроме
плода Духа. Много правильных действий, много, кажется, и неплохой парень, но вот плода Духа. Как хочется сегодня вдохновить каждую мужа, жену, молодого, старшего человека. Друзья, есть шанс, есть выход, мы можем изменяться, плоды могут расти, но надо пребывать на лозе. И тогда, друзья, у нас появятся силы, потому что ты питаешься этим соком от него и будешь приносить плод, плод Духа, который включает в себя любовь, терпение и все остальное. Молишься ли ты о духовном росте? Просишь ли ты Бога, помоги мне стать лучшим сыном? Когда последний раз ты молился, Господи, помоги мне стать лучшим мужем? Когда ты молилась или думала, Господи, а мне помоги стать лучшей женой, отцом? Мы вроде бы как-то старались, как-то предпринимали какие-то усилия. Люди нас не оценили, не заметили наших стараний. И мы так расстраиваемся. И я думал, так, ну я же старался, я же делал, я же, ну ты же свидетель, ну вот свидетели есть, я же старался. Вот в этом вся и проблема, беда, что я же старался. Я же себе ремайдер на телефоне поставил, чтобы не забыть сделать доброе дело. Но внутри это меня никак не меняет. Единственный путь, только лоза и ветви, отношения живые с Богом. Это все. Я хочу сегодня вас вдохновить, друзья, чтобы вы сегодня шли этим путем. И у кого нету, и кто сегодня желает молиться о том, чтобы в вашей жизни медленно, но уверенно, на основании Писания, не потому что я сказал, но потому что Христос сказал, если прибудете во мне, то принесете не чуть-чуть плода, а много плода, перемены внутри, в характере, возможны во имя Христа Иисуса. Аминь.